Глава 8 книги Иова. «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень. Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Опрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его. В кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него, я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет».